А что вы с этой лужей будете делать? Скажите, что это? Это краска, это что это? Да, это такая прорезиненная специальная краска. Что, специально, чтобы отклеивалась, да? Зашкурим, удалим, то есть старую краску, покрасим новым составом, может быть, подберем какой-то другой состав. Угу. Там уголочки приварены. А для какой цели? Какое-то покрытие наверху должно быть? Да, поликарбонат. Поликарбонат. А где он? Будет. Когда? Сегодня-завтра. Что делать? Да, будет, то есть навес. То есть предусмотрен, да, здесь навес? Да, да. И по перголе, и по покраске, то есть предусмотрим, возможно, нанесем несколько слоев краски, тем самым сделаем скат. То есть за счет слоев краски вы уберете лужу? Да, возможно, будем подштукатурим, подшпаклюем, выровняем лучше. Какая цена, которая... По идее, сертификатом совсем прочно, то есть, но... Оно должно позволять как бы ходить, потому что оно, иначе оно вырывать будет. Не-не, я не знаю. В принципе, все, они все заводские, ну, как бы должны. Главное, чтобы вот здесь вот по земле, где они идут, у них, да, крепления должны быть. Вроде нормально.